Есть в городе грез некоторые тайники, которые до сих пор не дают покоя многим стражам. Что за сундук с червями? Что за летающие платформы? Давайте расскажу. Привет, страж, ты на канале Triple Vibe, и я, Джонни Лейни, в этом ролике помогу тебе разобраться с несколькими тайниками. Для чего они нужны? В первую очередь лут. Для кого-то он покажется незначительным, а кому-то поможет собрать нужное снаряжение. Во-вторых, контракт Петры на поиск секретов выполняется как раз с помощью поиска подобных тайников. Итак, начнем с летающих сундуков города грез. Я нашел пока что два таких сундука, возможно их больше или они будут появляться еще, сути особо это не изменит, я покажу сейчас два из них и принцип их работы. Открываются они одинаковой механикой. Примите настойку королевского листа и отправляйтесь на указанные локации. Вам станут видны платформы, парящие в небе. Пропрыгивайте небольшой платформер, и в финале пути вас будет ждать сундук. Итак, один у Петры, второй в локации с садами над мостом. Нашли еще? Пишите в комментариях, где именно, думаю, всем пригодится. Следующий сундук открывается сложнее, но и лут с него интересней. Речь о сундуке Улья около водопада, вот его расположение. Защищено носителем червя. С таким вот указанием сталкивается игрок, когда пытается его открыть. Чтобы снять блок, нам нужно найти червей Улья, тех самых мерзких личинок. Они тут как жуки-вредители попрятались по разным углам. Истребляйте паразитов. На геймплее на фоне я показываю расположение некоторых из них, но всего их нужно наубивать 10 штук. В описании видео я оставлю ссылку со скриншотами, на которых будет указано расположение каждого червя. Не обязательно убивать их одновременно, не обязательно в одиночку. Например, если вы в команде, то можете разбегаться по разным сторонам локации и искать личинок. Прогресс будет засчитываться всем участникам команды. После каждого убитого червя вы будете слышать рев огра. После 10 убитых червей на экране появится надпись «Влияние носителя червя ослабевает» и сундук будет доступен для открытия. Разобрались с еще несколькими секретами города, но не забывайте, что он еще и поменялся после того, как рейд «Последнее желание» был закрыт. Теперь там наверняка еще больше загадок, которые непременно мы разберем на канале. Так что оставайся на связи, подпишись и поставь лайк. Пока!